Мюнхенская конференция по безопасности открылась обращением президента Украины. На повестке дня помощь Киеву, а также угроза российского и китайского авторитаризма. Пережившие землетрясения в Турции и Сирии остро нуждаются в помощи. Евросоюз среди главных доноров. Власти США пытаются успокоить население штата Огайо, пострадавшего от утечки токсичных веществ в результате крушения поезда. Дальнейшее усиление поддержки Киеву и ускорение поставок оружия. Ощущение безотлагательности нависло над Мюнхенской конференцией по безопасности, которая открылась в пятницу накануне годовщины российского вторжения выступлением президента Украины Владимира Зеленского. We need the speed of our agreements, speed of our delivery to strengthen our sling, speed of decisions to limit Russian potential. There is no alternative to speed, because it is the speed that the life depends on. There is no alternative to Ukrainian victory. There is no alternative to Ukraine and in the EU. There is no alternative to Ukraine in NATO. Канцлер Германии Олаф Шольц со своей стороны призвал союзников действовать с осторожностью в отношении России и координировать свои действия. Шольц также призвал страны, имеющие в своем арсенале немецкие танки «Леопард-2», как можно скорее отправить их в Украину. Китай также находится в центре внимания Мюнхенской конференции, на которую собрались мировые лидеры. Среди них руководство ЕС, вице-президент США Камала Харрис и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Пока спасатели в Сирии и Турции продолжают поиски в руинах рухнувших домов, растет необходимость помощи выжившим. В Турции продовольствие и другие предметы первой необходимости доставляются в Адану и в другие города. Но все еще существуют серьезные препятствия для поставок в более отдаленные районы. Первые крупные партии помощи из Евросоюза направляются в Сирию. На борту этого судна, прибывшего в Бейрут из Италии, 16 контейнеров с палатками, обогревателями и другими жизненно важными предметами для пострадавших от землетрясения. Multiple planes has been landing in the last days in Beirut and also in Gaziantep. Two logistic hubs has been activated so that we can gather the donation of European countries in Beirut to deliver in Damascus and in Gaziantep to deliver in the northwest of Syria. Но помощь во многие другие разрушенные районы Сирии дойдет не сразу. Число жертв землетрясений в обеих странах превысило 45 тысяч человек. Ни вода, ни воздух не загрязнены. Власти США пытаются успокоить напуганных жителей Ист-Палестайн, городка в штате Огайо, пострадавшего от утечки токсичных веществ в результате крушения поезда, сошедшего с рельсов 2 недели назад. С таким заявлением, в частности, выступило агентство по охране окружающей среды Огайо. We do have the municipal well test back. That probably happened while you were in transit, and the water, we are not showing any evidence of any contaminants. Правительство США подвергается критике за медленную реакцию. Тем временем демократы призывают привлечь к ответственности железнодорожную компанию. As the administrator said, that we hold Norfolk Southern accountable. That means accountable for the test for people to move back in, accountable for all the cleanup that will take weeks. 3 февраля в окрестностях города Ист-Палестайн сошел с рельсов поезд, груженный токсичными материалами. Многие вагоны сгорели, а часть их содержимого разлилась. Несколько жителей соседних домов подали в суд на железнодорожную компанию за причиненный ущерб. В Болгарии найдены тела 18 мигрантов. В последние месяцы балканская страна столкнулась с наплывом нелегалов, невиданным со времен миграционного кризиса 2015 года. Всего в кузове автомобиля незаконно перевозили порядка 40 мигрантов. Они были спрятаны под дровами, заявили представители МВД. О причине их гибели не сообщается, но версия ДТП исключена. Ведется следствие. Брошенный грузовик вблизи деревни Лакорска под Софией обнаружили местные жители. Контрабандисты объявлены в розыск.